А сейчас мы покажем видео, у которого пока нигде нет. Музыкальный видеоклип «Детям пора домой» появится в сети только в понедельник. Съемочная группа 7 канала присутствовала при создании видео. Эксклюзивные кадры готового ролика прямо сейчас. Главный герой видео – воспитанники детского дома. Клип стал дебютным у благотворительного фонда «Счастливые дети». Уже 3 года общественная организация снимает видео «Анкеты сирот». За это время больше 160 детей обрели новый дом, а главное – семью. В съемках участвовала настоящая приемная семья, которая воспитывает 3 детей. Снимали сразу в 2 местах – в Москве и в Красноярске. Сбор средств на создание видеоролика организовали в интернете. За год накопилась приличная сумма – 100 тысяч рублей. Отметим, над созданием видео «Детям пора домой» работала целая команда профессионалов, среди которых юный красноярец Кирилл Скрипник. Публике он известен по проекту «Голос дети». Честно, родители делают в моей жизни очень большую роль. Они помогают мне во всем, они меня поддерживают. И я не представляю, как бы я смог без них. И я надеюсь, то, что все дети, которые вот есть вообще в мире без родителей, чтобы у них у всех появились родители и семьи. Сами дети очень вдохновились съемками и идеей клипа, с удовольствием участвовали, проявляли себя очень активно, при этом очень трогательные кадры в клипе засняты, эмоции настоящие, неподдельные.